В рамках профилактической акции «Школа дорожной безопасности» сотрудниками Солигорской госавтоинспекции, ИДН, «Освод ГРОЧС», а также при поддержке автосалона «Джили» на базе оздоровительного лагеря «Журавушка» были организованы интерактивные площадки. В рамках игровой программы ребятам напомнили о правилах безопасности в летний период и у воды. В рамках профилактической акции «Школа дорожной безопасности» сотрудниками Солигорской госавтоинспекции совместно с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних, работниками спасательной станции организовано выступление в детском оздоровительном лагере «Журавушка». На данном мероприятии напомнены детям элементарные правила дорожного движения, переход проезжей части дороги, ношение световозвращающих элементов, использование средств персональной мобильности. У детей была возможность почувствовать себя водителем, собственноручно включить сирену, примерить бронежилет. Присутствующим был продемонстрирован видеофильм о правилах безопасного поведения на дороге.